Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня опять эта дурацкая рубрика. Распаковка, так скажем. А сразу хочу сказать, я предполагаю, что здесь, в этом большом пакете, пришли ножи от компании Самура. Почему я взялся снимать этот ролик? Потому что я планирую в следующих своих выпусках, в принципе, во время готовки, использовать эти ножи и смотреть, проверять, насколько они хороши или плохи. Ко мне обратился представитель компании Самура с таким предложением. Они мне высылают ножи, я их какое-то время пробую, и если они меня устраивают по качеству и по тому, насколько они хороши, мы с ними заключаем тогда соглашение о рекламе уже. И я тогда буду рекламить эти ножи. Если не нравится, значит, никакого соглашения не заключаем. Я читал в интернете целую кучу воплей насчет того, что Самура — это Китай, или это не Япония, и так далее. У меня к китайским товарам нет никакого предубеждения. Давайте я начну распаковывать, а в процессе все и буду рассказывать, собственно говоря. Постоянные зрители канала видели в разделе рубрики Skills and Tools мой отзыв о... вот здесь вот я повешу, щелкаю сюда и смотрите, либо заглядывайте в описании видео. Мой отзыв о постоянно мною использованном кухонном комбайне Kenwood. Видели? Если не видели, загляните, посмотрите. Я использую этот Kenwood давно. Я полностью удовлетворен тем, как он работает. Все замечательно. Я сделал, собственно говоря, обзор на него. Если зайти на сайт компании Kenwood, не японской компании Kenwood, которая делает всякие там электронные штуки, а компании, которая выпускает бытовую технику Kenwood, то сайт говорит, что это компания английская, которая была организована в 1936 году, то есть почти 100 лет назад, и которая сейчас ударно и хорошо выпускает эту свою технику. И замечательно, я рад за нее. Но вот если взять мой кухонный комбайн, перевернуть его и посмотреть наклеечку на дне, то на этой наклеечке аккуратно написано «Сделано в Китае». Разработка и дизайн – Лондон. То есть, понимаете, Kenwood считается, вот этот Kenwood, английской компанией, а выпускает свою продукцию в Китае. И что, теперь удавиться, что ли? Это я к чему говорю? Неважно, где собирают оборудование, неважно, какой лейбл, я обращаю внимание на качество товара. Если качество меня устраивает, да мне наплевать, где это дело собрано и какую там этикетку повесили. Именно поэтому я и согласился, собственно говоря, на предложение Самуры взять на пробу эти ножи. Сейчас кто-нибудь начнет там рассказывать, что ты оправдываешься и так далее. Да не оправдываюсь я. Просто я четко знаю, что как только ножи Самура появятся у меня в роликах, тут же начнутся миллионы вопросов и начнут всякие подозрительные товарищи кукарекать. Ах, он продался! И у меня просьба к вам, к адекватным товарищам, посылать их на этот ролик, чтобы посмотрели вообще, чтобы не отвечал я под каждым роликом, постоянно не тарахтел. Вот. Сейчас еще кто-то скажет, да что ты обращаешь внимание на этих товарищей? Маленькая деталь. Если блогер не обращает внимания на подписчиков, говорят, он взорвался, зазнался и прочее. Если обращает внимание, что ты оправдываешься? Вот, чтобы не было этих глупостей. Я и снимаю этот ролик. Так, значит, что здесь есть? Что здесь есть? Доски гибкие. Ненавижу гибкие доски, я про это говорил. Буду их использовать для того, чтобы на них пельмени отправлять в заморозку. Так. Фартук. Ну, хорошо, почему бы нет? Так, это, наверное, майка самуровская. Собственно, то, ради чего все затевалось. Ножи. Подозреваю, что здесь. Так. Ага, вот так открывается. О, красивенькие. Общее впечатление пока
Но ручка не очень хорошо заделана, не очень качественно. Посмотрим, насколько все это дело будет служить. Прям про идеальную заделку ручки нет, говорить не приходится. Так, это на этом ноже. На этом ноже нормально. На этом тоже есть некие такие заусенцы. Ну, посмотрим. Почему важна, на мой взгляд, очень аккуратная, такая хорошая заделка ручки? Потому что, если она неаккуратно заделана, туда попадает вода, грязь, и со временем ручка разбалтывается. Посмотрим, как это будет служить, собственно говоря. Так, ну, все же любят смотреть, как это дело режет из коробки, да? Ну, давайте попробуем. Что, порезать из коробки? Ну, режет, что могу сказать. Да, для любопытных. Это реплика Финки НКВД, которую я заказывал у мастера еще в России. Ему нравится, просто аккуратненький, хороший такой нож. Да вот. Полка. Это для хранения ножей, магнитная. Да? Да, так и есть. Вот такая вот полка. Вот такая распаковка получилась. Большая просьба. Если под другим видео вы увидите, как какие-то другие зрители задают вопросы касательно Самуры ко мне, если вам не сложно, давайте им в ответ ссылку на это видео. Спасибо заранее и спасибо за компанию. Всем пока!